Запретить распространяться коронавирусу не в силах никто. И хоть новых случаев заражения с каждым днем выявляют все меньше, назвать обстановку благополучной не получится. Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к 16 тысячам. Только за последние сутки в Прибайкалье неутешительный диагноз получили 105 человек, треть из них в областном центре. Часть зараженных проходят лечение дома, поскольку болеют бессимптомно или же в легкой форме. Госпитализировано 735 инфицированных, 5% из них тяжело переносят коронавирус. Продолжает расти число жертв инфекции. Скончался иркутянин 1927 года рождения. В общей сложности в Иркутской области умерли уже 258 человек, которые лечились от COVID-19.